Всем привет, ребята! Вы на канале Дудаплы, и мы продолжаем играть в игру Heels of Steel. И тут ребятушки добавили нам новый танк, и мы его попробуем сейчас открыть. А у меня есть сундучок. Ух ты, смотри, подарок. Давайте посмотрим, что там. А, монетки все уже. Так, это только на одном танке был подарок или на всех будет? Нет, 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 нет. Я только был на одном танке. Ладно, давайте возьмем этот танк. Поедем немножечко. Повоюем. Так. Ё-моё. Смотрите, уже снег пошел. Даже в игре идет снег. А, кстати, ребята, я хотел бы вас всех поздравить с наступающим Новым годом. А также я хотел бы сказать, обязательно пишите комментарии. А, если вы хотите, чтобы я вам передал привет, пишите, кому передать привет. И в следующем ролике я передам привет, ребятушки, всем обязательно. Так, смотрите, у нас здесь есть сундучок. Давайте мы его откроем, посмотрим, что там есть интересного. Опачки, ребята, нам открылся новый редкий танк. Башня! Открыт новый танк, башня. Нифига себе! Оба-на, круто. А, давайте возьмем классический битва за материнский корабль. А где же наш... Вот он, ребятушки, наш новый танк башня. Ага, можно всякие различные у него интересные такие скинчики. Пират, камуфляж, зелень. Денег у меня, правда, не хватает. Ну, давайте немножечко поиграем, заработаем денежки. Я как бы еще ни разу не играл на этом танке. Видите, обновление. О-о-о, нифига себе, какой выстрел. Мощный. О, кого-то я попадаю, слушай, это точно. Дрона мы уничтожили. Слушай, а из дрона разве выпадали раньше солдаты? Ну, что-то это я не помню. Ладно, поехали. Ну, он такой высокий, этот башня, такой танк высокий. Интересно. Ой-ой-ой, они, смотри, они игрушками кидаются. На тебя. Ну, пока по управлению, я бы так сказал бы, сложный танк, в том плане, что башня у него раскачивается, и поэтому мы, я не знаю, будет падать танк или нет. Он такой не очень устойчивый, и он высокий танк, и в него противники легко могут попасть. Вот это вот мне не нравится. Ах ты, ё-моё! Ой-ой-ой, смотри, видишь? Выпадают солдаты с дронов. Раньше с дронов не выпадали солдаты. Разработчики добавили, видимо, такое, что там... Что там солдаты, оказывается. Как они там, интересно, помещаются в этом дроне? Дрон там маленький. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас меня уничтожат, этот самый танк мой. Да, он у меня, видишь, еще особо не прокачанный, поэтому он слабенький. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вообще сложно. Давай, да, дрон. Какой мощный дрон-то, а? Есть, уничтожили. Мне нравится играть на этой карте, потому что здесь можно хорошо много заработать денег. Продолжаем, едем. Скоро у нас будет... Я надеюсь, мы доживем до босса. Опа, есть босс. Ну, здоровья очень мало. Блин, а у нас повелитель. Ох-ох-ох-ох, он сильный танк. Даже... Можно сказать, что это танк? Дальше тарелка, что ли? На тебе, вонючка, нет. Ой, хух, успели удрать. Еще один пару ударчиков, и все, ребята, мы его должны уничтожить. Раз и два, есть, пробили мы. Уничтожили мы врага. Он такой, как под Деда Мороза был, сидел. Они очень мало подлечились, кстати, очень мало. Я не знаю почему. Может быть, потому что у меня и танк не прокачанный, как бы, ну, точно не могу сказать, конечно. Вот такой вот у нас. Сегодня танк, мы за него будем сегодня играть. Посмотрим на разных картах, как он себя ведет. Ну, на материнском корабле, конечно, много танков. Ох, сейчас меня уничтожат. Уничтожили я еще какой-нибудь танк. Ах, нет. Да, очень быстро меня уничтожили, к сожалению.
Так, давайте еще один откроем сундучок, посмотрим, что там может лежать. Ничего интересного, ладно. Так, подключение атака в пустыне классический. Так, давайте выберем один против одного. Возьмем наш танк. Посмотрим, поедем. Не знаю, конечно, выиграю или нет. Сейчас попробуем, посмотрим, как он вообще тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, нифига, меня быстро уничтожили. Меня очень быстро уничтожили, к сожалению. Поэтому классически выбираем атаку за Марсом. Поехали вон на Марс, катаемся. Там тоже, кстати, деньги платят. Не так много, конечно, за материнский корабль, но все равно. А, здесь у нас летающие тарелки же, я же забыл совсем. Ой, как тут их много, слушай, а. Смотри, они его поднимают. Да, так, 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 так. Ой, какой несбалансированный танк, ребята, вообще капец. Жесть, жесть. Напишите в комментарии, как бы понравился ли вам танк вообще-то. Может быть, конечно, вы уже его прокачали. И он у вас более такой крутой. Да. Ну, как для меня, как бы просто так танк разработчики добавили. Он хоть смешной. Смешной такой вот. Большой, высокий. Я не знаю, зачем такой нужен высокий танк. Тем более, очень сложно на нем кататься. Он не сильно устойчивый. Как бы стрелять, видишь, он даже ни в кого не попадает. Надо как-то так вот встать ровненько, чтобы именно задеть вражеский танк. Ёлки-палки, взорвали меня опять-таки, смотрите. Как легко его уничтожают. Так. 54 монеты мы всего лишь заработали. Это очень мало. А, давайте поехали. А, поиграем в крушитель луны. То же самое. На нашем танке. 669 монет у нас. Дойдем ли мы до 1000 и купим ли мы какой-нибудь винт сегодня, ребята, посмотрим. Нет, вот еще один какой-то. Чувак, на тебе, подожди, подожди, не стреляй меня. Очень такие активные у нас враги. Но, да, ну я как бы буду, я постараюсь, ребята, этот танк прокачать в ближайшее время. Одна игрушка очень интересная такая вот. Я в нее уже скоро будет, как я в нее играю уже год. А ё-моё, на тебе получается. Очень устойчивый, он просто падает. Да, башня танк. Так, монетки. О, смотри, сидит. Блин, опять меня взорвали, конечно, это очень, очень печально. Надо его прокачивать там. Давайте поиграем в осада лета, посреди лета. Как бы считается, более-менее такая, как бы, начальная карта, она более такая... Должна быть легкая, не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас проверим. Ой-ой-ой-ой, смотри. Блин, а у них вместо... касок, шляпочки новогодние. А, кстати, ребят, не забывайте ставить лайк и писать комментарии. Если хотите, приветы передавайте. Пишите, как бы все с разных каналов пишут, да? Каналы называются на английском, там, на русском. Но имена у вас там не написано же, как вас зовут. Так что вы обязательно передайте там, например, привет северянину, там, например, напишите, да, привет. Я хотел бы, да, передаю привет северянину, он мне писал, кстати, чтобы я ему передал привет. А вот я тебе передаю привет и поздравляю с наступающим Новым годом тебя. Вот, это мой подписчик. Я на него, кажется, тоже должен подписан быть. Вот, проверить подписку мою. Вот так вот. Это мой старый друг, так сказать, мужик. Много мне пишет, комментирует. Ребята, обязательно комментируйте ролики. Мне очень приятно, я каждый комментарий стараюсь прочитать. Я его все читаю. Вот, поэтому
как бы и стараюсь отвечать на комментарии. Некс, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, смотри. Сейчас будет у нас босс. Давайте доживем хотя бы до босса, ну как так, посередине лета. И как бы это самый легкий считается уровень в этой игре. И здесь очень, так сказать, сложно все равно это там выиграть. Но попробуем до босса дойти. О, вот этого сейчас попробуем уничтожить танк. Так, мимо, смотри, как неудобно сделано. Я либо стреляю в землю. О, подбили там, сейчас будет. Дед Мороз едет, армада. Ну, сейчас мы его попробуем уничтожить. Стреляем обязательно сразу же. Сейчас он будет подниматься. Опа, есть один удар. Второй. Третий. Четвертый. Ай, да. О, я живой? Вау. Вау. Очень мало подлечилось, конечно, у меня потом. Защита. Ремкомплектик. Едем дальше. Ребята, кстати, напишите в комментариях, какие вы хотите, чтобы я поиграл игры. Либо в этом году, либо уже в следующем я буду играть. Ну, я постараюсь играть каждый день. Но как бы, просмотров у меня пока на канале очень-очень мало. Просмотры упали очень сильно. Поэтому, ребятушки, поддержите, пожалуйста, лайком. Поддержите, пожалуйста, комментарием. Поддержите, пожалуйста, меня подпиской на канал, да? Это будет очень хороший стимул, чтобы я снимал и дальше классные интересные игры. Пишите, конечно же, какие вы игры хотите все-таки посмотреть, чтобы я поиграл. Опа, и меня тут взрывают. Ну ладно, тогда будем заканчивать серию, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и комментируйте. Передавайте привет. Всем пока-пока, до новых встреч!